Вот и костерок. Уже пришли с белкой. Белка уже бичиха. Бичара. Да? Бичушка. Чего у тебя на этом самом, на носу за херня висит? Уже половина стола готова. Это рыбка, окушки жареные. Напиток готов. Напиток там вон стоит. Вот он стоит. Обжарить? Царь. Водка царь, по-моему. Да. Водка царь. Ой, как мне нравится это дело все вообще. Там вон крылышки лежат. Особенно после борща. После борща вообще с салом, так это вообще тема. Так, а алкоголь в кадре? Кадр? Кадр нельзя. Нельзя, конечно. А, типа, да, что-то. Правильный образ жизни. Привет, братва. Я надеюсь, меня там нормально слышно. У нас тут еще шашлыка нету, правда? Ну да, сейчас еще будем только делать. Будем только делать? Мы тут полчаса, даже час, наверное. Настройка. Искали место, куда поставить камеру. Реквизиты пока принесли. Реквизиты принесли, короче. Тут все чики-пуки у нас. Так. У нас даже этот есть. Обкуриватель от мошек. Шашлычки. Скрылись. Зачем вот такая беспалево, блядь? Вот. Я что начала рассказывать-то? Для того, чтобы, если вы хотите есть вкусное сочное мясо, когда готовишь приготовку, но оно закидывается в горячую воду. Это кто тебе сказал? А если оно уже как бы, ну, охлажденное? А все в горячую воду? Мясо, когда закидываешь в горячую воду, оно сразу схватывается, белок сворачивается, угу. И мясо внутри сочное получается. Да? А жарить потом что, как? Даже когда жаришь. Белка! Даже если жарить. Я не знала. Нет, если имеется в виду, допустим, ты варишь суп, если ты хочешь бульон наваристый, то можешь, ну, в холодную воду бросить. Mm. А если хочешь, чтобы еще мясо сочное покушать, то вот так вот. Тогда в кипящую. Кипящую воду. В кипяток прям. Я в кипяток. Я даже не знала такой фишки. Слыхали лайфхак? Вот так вот. Это всем известно. Нифига я не знала такого. Давай выпьем за это. Выпьем за этот лайфхак. Дайте салфетку, пожалуйста. Конечно. Ну, допустим, ты же жаришь, ты когда жаришь мясо, допустим, или курицу, ее кладешь когда на горячую сковородку? Но. На раскаленную? Да. Она тут же схватывается, но сворачивается белок. Да, это я знаю, что она сворачивается. И оно зажаристое, а внутри мясо получается сочное. Сочное. Но фишки-то я это все равно не знала с водой. Да. Я вообще первый даже, раз. Даже можешь, когда, допустим, вот курицу жаришь, так вот просто, например, если что-то вот такое мясо делать. Раз, мне быстренько прихватилось. Просто да, супер был. Просто супер был. Это надо выпить, мы не возражаем. За нас красивых, за них неверных. Да. Ваше здоровье, ребята. Голос за кадром. А соль так и не принесла. А соль вообще не видно. Все правильно, не ешь соль. Почему так вот нельзя сделать? Зачем? Вот так вот. Почему? Ну это я говорю себе, зачем так сделать, если можно с пакета поставить. Почему с пакета поставить, если можно прям с пакета? И пакет не буду выкидывать. Как не убивать? Белочка, чего косточек нету? Жди косточки. А может быть, сразу туда приправу засерачить просто-напросто и все? В воду прям. Давайте посолим и поставим суп вариться. Пришли поесть шашлыком. Сварили суп, похлебку сделали. Ой, блин. Ну смотри, они быстренько уже все разморозились. Вот, все, давай это самое. Выливай нахрен эту воду. Только не соли, Тань. Или хотя бы партию себе посоли, а мне пару крышек не соли. Вообще не соли. Зачем мы водой заливали? Могли бы сразу замороженное положить. Два брикета. А перчить-то можно? Перчить можно. А как насчет вот такой вот? Приправа для шашлыка можно. С чесноком и пряностями. Да.
Вот такая вот приправа. Да, можно. Они там соль присутствует. Сочная свинина есть, вот такая вот. И свинина с ананасами в кисло-сладком соусе. Вот, давай, давай вот такую вот добавим. Какую-то такую просто приправу, там же соль уже все равно имеется. Все, вот давай две сразу добавим. И ту, и ту? Да. А ты понюхай их сначала. Какая тебе по запаху? Ну, они, видишь, для свинины, да пофигу, да? Я вообще, они прям пахнут шашлыком. Я вообще, если честно, выбираю свинину на запах. То есть, если тебе запах не приятен. Они оба приятные, Тань. Давай обе положим. Там уже, кстати, соль есть, можно не солить. Любой каприз. Любой каприз. Скажи, пришла тут, блядь. Куда ты пошла? Я же не буду сидеть под воротом. Засветилась. Нет, тебя не видно. А почему? Не хочет она сниматься, вот ни в какую не хочет. Я потом, подожди, потом грязные танцы на столе начнутся. На каком, на этом? Тоже будет за кадром, опять же. У нас тут одни эти, как его, пеньки, все на пеньках. Я, видишь, насчет рыбы посомневалась, думаю, блин. А тут, я же включила как раз твой канал. Это когда на стрим ты сейчас? На стрим у тебя сейчас, да, был. Ага. Вот, и думаю, надо посмотреть. Тут как раз Лия проходила. Ну, только про крылышки. Бля, ну, крылышки. Угу. Крылышки-то вообще тема. Я люблю крылышки. Я тоже. Тоже больше люблю крылышки. Надо было, знаешь, что взять? Что? Хотя бы кусочек майонеза. У тебя есть кусочек майонеза? Кусочек майонеза нет. Нет, кусочек майонеза. Там кусочек майонеза вообще было бы замечательно. Был майонез, но я его забрала. Надо было тебе написать. Вот ты посмотри, по списку все взяла. Ты все по списку взяла? Да, только хлеба не было. Вот здесь какая-то хлеба. Другая управа. Здесь, наверное, глутамат. Глутамат – это усилитель вкуса соли. То же самое. Кафорский лайм, галанга, регулятор кислотности ленивца. Да пофигу. Может содержать следы горчицы, сельдерея, молочного, яичного, соевого. Это оторвало там. Уцхол сунели. То есть черный, петрушка, укрушка. Укрушка. Укрушка, укрушка. В общем, какая-то такая вот. В общем, замечательная приправа. Давай, сыпь. Я уже насыпала. Ну и все, размешивай. А кто мешает, того убьет. Я тебе говорю, размешивай. Я тебе говорю, не мешай, а размешивай. Кто мешает, того убьют. Что-то мне уже слышно, мы с тобой по три стопочки, да, пахнем? Этому столику больше не надо. Нет, я требую продолжения банкета. А что, погода шепчет, да? Был бы... Нет, солнышко не надо, было бы жарко, блин, да? Были бы комары, мышкара, все. Так очень хорошо. Вот я давно хотела снять такое видео. Шашлычок, костерок, водочка, отдых. Да, я сегодня услышала, сейчас... Я уже начала писать... Сейчас организуем, да? Я начала писать тебе, давай, уже мангал готов. Типа, это... А почему сейчас... я не видела этих сообщений? Одно-то ушло, а второе я начала писать, короче, что типа уже мангал готов, будем осуществлять твои желания. Ага. Типа, все, эфир закончился. Закончился? Да? Да, я что-то пока... Как ты на это настрочила там, настрочишь? Так, ну, ребятки, ждем, пока закинем шашлычок. Даже есть такое, ну... Продолжение застолья, начинаем дальше. Смотрите, видали, какие крылышки? У меня классный стул. Барбекю. Кстати, они, кстати, очень даже копченые. Настя, бери, кушай, попробуй. Посмотри, какой поджаристый. Не хочешь? Нет. А зря. А зря. Че, запалилась? Волновая пыла. Кое-как мы дожарили эти крылья, ребят. Я, короче, пришла. Сколько? 6 часов, да? Время уже 10:30. Мы только их сняли, блядь, с мангала. Че ты там сидишь, ржешь? Пойдем, посмотришь. Царь водка будет. Аж нихуя себе напилась, блядь. Прикалывайтесь, да. А я ведь завтра это выложу. Это знаешь, сколько посмотрит человек? Дофига. Угу. Перемотка знаешь, сколько будет? Кадр. Стоп-кадр. Нет. Далеко, правда. Но зато видно все. Самое главное, чтобы было слышно. Да. Что мы тут вообще вещаем. Рыбка, видите? Окушки. Давай бахнем. Ты можешь микрофон?
У меня микрофон дома лежит. Я же с микрофоном записываю ролик. А трибуну? Трибуну? Бля, что, оратор, что ли? Да. В дальнем плане оратором быть. Арара. У меня вода кончилась. Вон родниковая. Буду пить, а, у тебя же фильтрованная. Ладно. А у меня есть ватные диски и уголь. Давай сейчас начнем воду садить. А че? Еще часов два, блядь, так. А вы разве куда-то торопились? Вы же хотели на природе. Мы на природе. Сейчас мы вам воду сделаем. Ага. Родник, между прочим, с Усть-Ухты, куда привезены. А ты где родник убрали? Который у нас освещенный. Где купили? Где купили на Усть-Ухты. А, все поняла. Как с моста спуск, подъем, вот это вот на этом месте. Очень красивый там, конечно, вот сделали, блин, вообще. Мы туда с Лёшкой заходили. Там такая, такой домик, короче, открываешь, там такая большая купель. Иконы, свечи горят. Мы куда? Ну, блин, он умывался, говорит, вода вообще ледяная. Летом это было. Вот мы ездили мая. Неделю, полторы, наверное, назад ездили за водой. Приехали, начинаем спускаться с нашими баклажками, канистрами, бутылками. И слышим там голоса из купели. На французском, конечно. Ну, конечно, там вообще было не маты. Ну, вот. И они, это, парни, видимо, откуда-то приехали. Угу. А вот такая леденющая. Он говорит, я, говорит, умылся, там вода будет вообще, как будто зимой с проруби, вообще ледяная просто. Я говорю, окунулся, не говорю, не хочешь? Он говорит, дед, гоненький, что ли? Там иконы. В этом домике такой домик. Такая купель большая, как колодец, короче. Свечи горят. Ну, блин, прикольно сделано. Вот прям купили, спускаешь, а здесь рядом вот этот домик стоит. И написано, кто освещал, когда освещение было воды в купели. Возьми на себя крылышко. Ну, что ты это говно ешь? Я в кадре. Давай, давай, все, все, попало. Да ладно, ничего страшного, что ты ссышь, блин. Конечно, ничего страшного. Главное, чтобы это, зритель не испугались. Не испугается, девка симпатичная. Молодец, одна уже. Одна уже. Ну, сшибательная. Одна упала со стула. Одна уже с бревна упала. Точнее, с полена, блин, или как это? Конечно. Настя, а? Зря, кстати, очень вкусно. Настя. Они очень долго коптились, а потом пожарились. Не, не хочу. А придется. Ага. Это по новой технологии. По Танюшкиной. Попробуй. Она их жарила часа два, вот эти крылья, вот эти вот, которые здесь. Я не хочу, ну блин, я на ярмарке кушала. А что ты кушала? Сырный ролл. Сырный ролл. Конечно, это же не вровень, блин, крылышком. Действительно. А кто тебе его купил? На... Подруга. Подруга? Ну это же просто. А откуда у тебя? А когда? Она идет с пачкой чипсов, с бутылкой. Колы в кармане. Да, да, пиво, конечно. Нет, я не говорила, вот, что пиво. Смотри. Я даже не хотела сказать, что пиво. Мои подруги такой же. Заряд, экономия заряда. Включить. Телефон сел. Нормально так? Да, нормально. Такое, знаешь, как будто я сижу где-то на карьере, там какие-то горы сзади. Да, да. Только руку видно. Холодно, ребят, представляете? Сколько градусов, кстати, у тебя есть этот Яндекс погода? 17, 9, 8. 17, нифига у тебя скачки погоды, блядь. 17, 9, 8. Вот такая вот у нас погода в Коми Африке. Да ничего не говори, блядь. Столько было плюс 20, уже через 10 минут минус 10, блядь. Ощущается. Наверное, плюс. Кстати, я вот сижу здесь вообще, отдуваю очень сильно. У меня же даже в телефоне облака поплыли. Прохладно, прохладно. Обновление. Да не, мы так нормально сегодня посидели, мясо пожарили, пообщались. Вы со скольки тут сидите? 6:30 я пришла. Я еще стрим снимала дома с борщом. Я борщ сожрала? Борщ сожрала, блядь. С этим салом, с чесноком, короче. Ну там почти 50 минут стрима у меня шел. Потом я пока собралась, пока в магазин сходила. Три магазина. Я сколько первый раз сказала? 14? Что? Да, вот же 14. Ощущается. По ощущениям. Что такое ощущается? 14. 14 это, а по ощущениям, вот надо смотреть по ощущениям.
У тебя это Яндекс? У тебя это вообще не Яндекс погода, какая-то фигня. Яндекс погода. Знаешь, что я тебе сейчас зонтик, расскажу? Короче, знаешь, такой зонтик написано. Да, Яндекс погода. Со своим Яндексом. Со да это фигня, зонтик. Она неверно показывает, это у тебя фигня. Да, правильно, у меня показывает. Ощущается 14. Ощущается 14? Ощущение 14 градусов. Если индекс, бы было, блядь. Ультрафиолетр 0, низкий. Направление северное, скорость 12, меньше 12 километров в час. Километров? До сколько, до как? Нихуя себе, блядь. Скорость направления ветра меньше 12 километров в час. Смотри, у него даже эта фигня ветра. Что, блин, я тебе сейчас расскажу про влажность. Влада, да. Рассказывай, что у меня неправильный, у меня самый лучший. У тебя. Это что за погода? Google? Сама ты Google. А что это? Тебе расскажи, блин. Ну, конечно. Только мы так и можем говорить, конечно. Все секретики не рассказываем. В час 17, последняя четверть луны сейчас находится. В 21.41. Был закат. Ну да, он был вот что красный. 21.41. Да, это было. Заметьте. Да. Да. Хорошо. Да, я замечаю, да. Дальше что? Я давно заметила. Я шла, фоткала его. Что там дальше вещает? Рассвет, закат, смотри. Рассвет, закат. Это я знаю, что красное, мы видели это. Дальше что? Что там по ощущениям? Ощущениям, по ощущениям давайте мне. Вам не показывается. Чего? Ощущается как плюс 13. Ощущается как плюс 13? Вообще не ощущается плюс 13. Такая вот фигня, короче, в интернете постоянно, да, выскакивают вот эти вот окна. Это я знаю, реклама, у меня есть такая фигня. Такая говнище вообще. О, завтра плюс 21. Восход. А восход у нас будет, смотри. Завтра у нас холодно, 16. Ребят, очень холодно. Завтрашнего дня нам потепление. В среду будет плюс 28. Так, а подожди, сегодня какой день недели? Сегодня пятница? Да. Ой, в среду, а во вторник, пока... понедельник что? В понедельник? Плюс 22. Смотри. Ну, короче, со среды потепление. Ночь. 13. С субботы, мам, начинается тепло. Ну, завтра. 21. Низкие облака. 20, ветер, скорость. 9 километров в час. Да где низкие облака? Порывы ветра 13 километров в час. Может быть, метров? Километров. Там написано порывы, КМ. Порывы. КМ? Ну-ка, дай мне посмотреть, блядь, нихуя не вижу. Подожди, блядь, давайте мы... Ну-ка, людям покажи. Километров. 13 километров в секунду? Час. А, блядь, час в секунду. Ёб твою мать. Вероятность гроз 0%. Вероятность осадков 24%. Ага. Облачность 95%. Ветер. Облачно, ну это понятно, у нас вообще все затянуто. Облака. Желтое предупреждение о грозах. Да грозы уже не будет. Точка росы 10%. Это что за погода у тебя? Влажность 78%. Да. Влажность 78%. Вероятность осадков 14%. Таня, что за погода, скажи. Видимость 5 км. Скачать. Давай говори. Это что за погода? Вот так вот, смотрите. Облачки. Я тебе давай это скриншотом отправлю потом. Ну, окей. Вдогонку. Окей. Окей. Вот что, белки ухо поправь. Чего у тебя ухо завернуло в другую сторону? Ой, ребята, мы так хорошо сидим, серьезно. Вообще, я так давно так не отдыхала. Вообще классно, просто. Пожарили шашлычок, костерок был у нас тут, мясо, водка. Ну, вообще все замечательно. Про замушки сожрали. Венчи сожрали. Ну, это было изначально. Они сначала такие попытались поесть. Мясо и рыбу, короче, все тебя ставили. Тебя вон в глаз укусили, что ты, блядь, говоришь мне? Я сейчас до этого укусил. Я тебе уже после не показала. Я тебе даже не покажу. Ой, это же все снимаешь, я не буду ничего. Давай, давай, говори, что ты вещай дальше, тебя все слышат. Что ты замолчала? О, видишь, полетели. Ночь. Че? Смотри. Вот смотри, даже вот ночь, 13 градусов, да, какой он прогноз? Порывы ветра, 13 километров в час, блядь, влажность, точка росы. Что за точка росы, блядь? Осадки, облачность. Облачность, это понятно, видимость 6 километров. Блядь, видимость охуенная вообще, утро, день, не знаю. Я, ну и что дальше? Это что за погода? Как она называется? День и ночь. Чё, блядь? Понимаю. Чё за погода? Да обычное как, приложение, да, блин, ёлки-моталки. Да почему у меня такого нету? Экстремальные метеоусловия, все вообще есть. А ты мне говоришь, там, Яндекс. Нет, потому что Яндекс вот погода... Вот это там, где вот мельница крутится. У меня мельницы, блядь, не крутятся. Мельница. Мельницы не крутятся. Окей. Обычное приложение, вот у меня вот погода. А у меня такая же фигня. У тебя что за телефон? Вот такая погода. У тебя что за телефон? Как называется? Huawei. Хувей? Хувей. Хувей. Завтра телефон мне. Вот, видишь, я вот так вот включаю. Вот так вот погода.
Но у меня такая же фигня. Ну, вот облака плывут, я вижу. У меня есть такая фигня. Видишь, они проплывают мимо. Проплывали облака. А где музыка-то? Блин, давай, начинаю. Не включай, давай. Сейчас я сейчас начну движуху, короче, начну. Шарманку, блядь, свою. Почесала на все. Погода вообще уже, знаешь, как ты. Когда домой пойдем? Скоро дочь пойдем, вот чуть-чуть уже осталось. Скоро пойдем. После дождика в четверг. Дочь пойдем, конечно, куда мы денемся? Мы там пойдем? Да, по короткому пути. А ты там? Да, я там. Там поезд, кстати, стоит в вагоне. Да. Где там еле-еле прошла. Мне так стрёмно было. Почему? Я иду сначала, типа, недалеко, я так вижу. Потом подходит, как, блин, страшно. Да нету, я шла Чем нормально. А ты под бочками не пролазила? Я сразу прошла на эту сторону, потому что знаешь, что мне сюда заворачивать. Да. Я уже с той стороны не стала. А я просто забыла уже, как там ходить. Я такая, ну ладно, обойду вот так. Иду, да, я так же шла, как ты пришла. Так же. Никто не хочет со мной сниматься, никто не хочет попадать в кадр. Все стесняются. Такие все стеснительные. Сейчас включим музыку, будет. О, Настя показалась, молодец, красавица. Сколько у нас там записей, да, дочь? Тетя Таня, да. Для Насти она тебе. 12-17. О, выключи. У меня будет это, заблокировать нахрен. Монетизацию отключат. Это да. Это правда, монетизация отключит на видео. Если YouTube распознает музыку, он вырубит монетизацию. Вот пускай, иди включи в гараже. Она играла так вот где-то отдаленно. Там вот, ну, они там, ну это как-то пофиг. Да поближе ко мне подвинь, меня только видно, я как бомжа тут сижу, блядь, что это? Вот так? А там песчанка ешь, там красиво. Песчанка. Ай, блядь. Нет, там реально вот видно, вот сосед молодец. Песчаная карьера. Сосед молодец. Песня, кстати. Мы сидим в гараже. Минералы песчаных карьеров. Мы сидим в гараже, да? Как это? Да. Вот я оттуда приперлась. Вот, оттуда вот мы вот пришли. Мы пришли, блядь, я пришла. Ты здесь уже была? Ты пришла. А ты тоже оттуда пришла, что ли? Что ты, блядь, я счастливо свалилась. Я, говорит, шла и пришла. Вот. Ты себя покажи, что ты там пиздишь. Нет, ты озвучила, что ты пойдешь в гараже, короче. Ну, в смысле, пойдешь отдыхать? Ну, так я пришла, я отдыхаю нормально душой и телом. Нет, где твои сейчас это? Давай себя покажи, что ты там полглаза показала. Давай. Я уж тебя, знаешь, с каких сторон только не показала. О, ты вообще только красавица. Я тебе стороны... говорю, тебя заценят. У меня там, кстати, только подписчики стороны... мужчины есть. Только со стороны. Со стороны. Я тебе вообще со стороны. Смотри, мне, блядь, как пожарит комар. Да. Капец. Это либо комары, либо что ли, мамушки. Комары. Комары вот здесь? Не здесь. А где? Это был дождь, короче, у меня джинсы, я короткая. Что у меня там было? Жилетка джинсовая была. Хрена себе. У меня руки, короче, вот так вот. Так, страшно. Это где-то на улице была, что они так сидят, тебя сожрали, что ли, или что? Да. Капец. Я вот сейчас насижу, у меня ноги все уже съели. Смотри, да. Так а почему на тебя не дуют? На меня дуют, меня никто не ест. У меня тоже вот ну, штаны, как бы это, вот у меня голые ноги. Меня никто я не вкусная. Ест. А я вкусная. Да. Сырое мясо ем. Видишь внизу двоеточие? Нажми туда. Это пауза. Нажимай.